Конор удивил всех. Это капля свежести в мире ММА. Сразу наносит плечом жесткие удары. Это может быть стандартное положение клинча. Пробиваем мы туда плечом. Как мы это можем отрабатывать на мешке? Конор Макгрегор разбил нос и глаз Дональду Сироне просто ударом плечом. Я подтолкнул плечо. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, Spirit of a Warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держит под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании, и не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалов и реалити-шоу на пролом. Всем привет, друзья! Ну что, как вам поединок Конор Макгрегор против Дональда Сироне? Согласитесь, Конор удивил всех. Это капля свежести в мире ММА. Эти удары плечом, их никто не ожидал, и даже ты. А если ожидал, напиши в комментариях. Друзья, удары плечом — это может новинка для ММА, но никак не для Литвей, не для бирманского бокса, где разрешены удары головой, и также они используют удары плечом. Я только вернулся с Бирмы, и сейчас мы сделаем полный разбор техники удара плечом. А сейчас четкий разбор ситуации, которая была у Конора Макгрегора с Дональдом Сироне. Значит, они сблизились в клинч. Это был нестандартный клинч, то есть не вот такой, да, когда в равных позициях. Это был клинч, когда Конор сразу вошел в доминирующую позицию. Он это отрабатывал. То есть он прихватил руку противника, он здесь поставил контроль. И отсюда вот они уперлись друг в друга. В этой ситуации ваш противник по-любому будет жаться к вам. Он будет искать безопасное положение. Дело в том, что если он будет забирать здесь таз, он пропустит удар коленом. Если он будет разрывать дистанцию, он по-любому пропустит локоть. Здесь Конор помнил про удары плечом. Он взял этот контроль и отсюда сразу наносит плечом жесткие удары. Причем он это делает быстро, он это нарабатывал. И в этот момент, когда ваш противник становится на долю секунды мешком, он продолжает жестко разбивать противника. Что стоит подчеркнуть? Этот удар плечом, он делается без замахов. Толчок идет от ноги. Вот, вы ногой толкаете туда. Ногой. Раз, два. Дорогой зритель, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Тем самым ты поддержишь канал, на котором уникальный и полезный контент на бесплатной основе. Спасибо. Неважно, с какой стороны его голова. Вот, с этой стороны, пожалуйста, прижали отсюда. Вот, пробиваем. Это может быть стандартное положение клинча. Вот мы контролируем друг друга, у нас равное положение. И отсюда я работаю точно так же. Вот, пробиваем мы туда плечом. Удар получается довольно жесткий и неприятный. Как мы это можем отрабатывать на мешке? Мы берем мешок потяжелее, значит, упираемся так, чтобы он лежал у нас на плече. Вот отсюда отталкиваем немножко и подаем удар с носочка. Оттолкнули, вот, плечо. Оттолкнули плечо. Положение ваших рук не важно. Здесь самое главное понять работу вот этого плеча, толчок ноги. Еще раз, вот я прижался в клинч, толкнул плечо. На другую сторону. Вот я толкаю его, да, мешок на мне, создалось давление, я подтолкнул плечо. abcshop.su. Эксклюзивная продукция для спортсменов. Друзья, казалось бы, ничего сложного, но никто об этом даже не догадывался. Конор Макгрегор разбил нос и глаз Дональду Сироне просто ударом плечом. Казалось бы, что здесь такого? А удары плечом очень эффективны. А Конор это практиковал, тренировал и очень эффективно применил. Это потому, что человек не стоит на месте. Он развивается. Нету коробочного мышления, когда он долбит одно и то же на тренировках. Нужно развиваться. Потому, пацаны, обязательно берите индивидуалки у хороших тренеров. Ездите на семинары. Развивайтесь. А у меня для вас есть курс тайской техники, том 1, который я снимал у хорошего тайского мастера, ссылки в описании. Ну и не забывайте, друзья, что на сайте ABC Shop, который в описании, есть очень много хорошего. Тайские спортивные бальзамы, электролиты концепции муай-тай, травки для спортсменов, курсы обучения, экипа Spirit of the Warrior и многое другое. Переходите и не забывайте лайкать, комментировать и подписываться на канал. Всем до скорых встреч!